Крупный логистический комплекс «Радумля» будет построен на территории Пешковского поселения Солнечногорского района и сдан в эксплуатацию примерно через год, как сообщил генеральный директор компании группы TGC. По словам Александра Остапишина, строительство объекта осуществляется согласно требованиям мировых стандартов по новым современным технологиям. Современный логистический комплекс, логистический парк – это прежде всего ядро инфраструктуры. Ядро локальной инфраструктуры. Это километры, десятки километров современных дорог. Это современные развязки. Это тысячи парковок для большегрузного транспорта и легкового транспорта. То есть современный логистический комплекс позволяет не перегрузить трассу, не перегружает трассу, не перегружает инфраструктуру, а наоборот позволяет ее разгрузить, абсорбируя на себя большую часть транспортных потоков. Александр Остапишин утверждает, что все экологические правила и нормы будут соблюдены в соответствии со стандартами БРИАМ. Это один из известных и распространенных методов оценки экологической эффективности зданий. Этот метод определяет стандарты устойчивого проектирования и строительства, а также дает возможность сравнивать различные здания по уровню их воздействия на окружающую среду. БРИАМ – это не только, опять же, жесткие экологические требования, но и существенная экономия в операционных расходах. Потому что там существуют требования к энергосберегающим технологиям, которые позволяют нашим арендаторам, существенно экономить операционные расходы. По словам Александра Остапишина, был проведен полный анализ и учтены все факторы возможного воздействия промышленных земель на экологическую ситуацию и здоровье жителей. Также Александр Остапишин добавил, что компания TGC приступила к строительству дополнительной дороги для большегрузного транспорта. Малое бетонное кольцо, которое непосредственно примыкает к нашей территории, трасса А7, мы строим две дополнительные полосы за свой счет. Да? То есть мы сейчас уже расширяем бетонку для того, чтобы снять транспортную проблему, которая потенциально может возникать. Плюс к этому, сейчас что происходит, что большое количество большегрузного транспорта, оно идет дальше бетонного кольца и загружает тем самым трассы. Мы предполагаем, что большие транспортные потоки будут в том числе абсорбироваться нашим комплексом. Строительство логистического комплекса в Пешковском поселении будет происходить в две фазы. Первая будет осуществляться на площади 530 тысяч квадратных метров и предусматривает возведение складских помещений, офисов и мезонинов. Вторая фаза строительства развернется на площади 220 тысяч квадратных метров, также для складских помещений и офисов. В перспективе предусматривается строительство третьей фазы на площади 630 тысяч квадратных метров для тех же целей. Глава Солнечногорского района Юрий Панкратов считает, что привлекая на территорию Солнечногорского района крупных инвесторов и застройщиков, он выполняет губернаторскую задачу по увеличению бюджета Солнечногорского района. Проект очень серьезный, да, и для бюджета, и для рабочих. Видим, что и рабочих мест здесь довольно-таки немало, 2000, это довольно-таки солидно. Ну и, естественно, это очень благоприятно повлияет на наш бюджет. На презентации гостям был предложен фильм о том, как будет выглядеть логистический парк. В завершении мероприятия состоялось традиционное перерезание ленточки. Ольга Ратникова, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».